сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Этих людей с головой затягивает литература, что и свою дальнейшую судьбу и карьеру они строят по аналогии с любимыми героями из детских книг. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Главные качества личности – богатый внутренний мир, стремление к знаниям, основательность, любопытство и мечтательность. Иногда владельцы этого имени склонны к самообману, выдавая часто желаемое за действительное. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.